Пьяное ДТП в Киеве. В ночь с субботы на воскресенье на пересечении проспекта Гагарина и бульвара Верховной Рады машина такси Uber врезалась в фонарный столб. Основной удар пришелся на сторону пассажира. Его забрали в реанимацию в тяжелом состоянии. Водитель после столкновения не пострадал. В СМИ сообщают, что он был в состоянии алкогольного опьянения. По словам очевидцев, причина аварии – превышение скорости.